Добрый день, друзья, товарищи. Вот у нас три баранчика, черноголовый дорпер с нашей усадьбы, мы так называемся, наше хозяйство. Годовалый черноголовый дорпер. Это баранчики наши, получили мы их уже в своем хозяйстве. Поэтому можете приехать, увидеть и родителей их, и отца, и мать. Есть документы, родители завезенные из-за границы. А это уже наши местные. Получили мы их уже здесь. Так что приезжайте, смотрите, выбирайте. Пока еще есть баранчики вот такие. Возраст их не год. Это мартовские баранчики.